видеозаписи, которые обозначают пространство или времени, или я покажу. Угу. Да. Хочу делать, но не могу, делаю что-то, не хочу делать. Приверните своему консультанту, что по чем вы хотели работать, которое находится в этом пространстве. А, ребята, это кто выступает в роли клиента, у меня к вам убедительная просьба. Вот это все, что у вас в руках, все лучше отложить. Да, да. Сядьте в расслабленную позу и будем участвовать. Да. Вам точно записи не понадобятся. А кто из вас боится? Хорошо, в поле на хранение отдай, пожалуйста. Любые проблемы. Все, что подходит под эти два предмета. Если у кого-то из вас какой-то там, например, сейчас болевой симптом, можем предложить поработать с этим болевым симптомом. Пока просто на полу. Ну, вы тоже трубочку можете тогда, да. Хорошо. Дайте нам знать, что вы уже определились с чем-то, что вы предъявили уже консультанту. Понятно? То есть мы, попросту говоря, с вами, что сделали, где мы сейчас, на каком шаге? Первый шаг. Мы выявили стереотип. Вот я каждый раз, когда смотрю на Васю, я испытываю какую-то там беспричинную агрессию, или там страх, или там, я не знаю, вожделение, там, да, которое я хочу изменить это поведение. Да. Хорошо. Следующий шаг. Устанавливаем отношения с этой частью. Мы сначала, консультанты, говорят следующее. Послушай, там, Миша или там Егор, я уважаю ту часть, которая отвечает за, сообщайте, за что-то, да? За то, что ты даешь такую реакцию в такой-то, такой-то там ситуации. Я знаю, что она пытается сделать для тебя нечто хорошее таким поведением. И я не буду делать никаких изменений, пока эта часть не убедится, что это ей полезно так же, как и тебе.